вот я хочу сказать свое личное мнение. Тут, конечно, каждый решает сам для себя. Вот в одно и то же время я и моя коллега, с кем мы вот непосредственно работаем в одном отделе, мы оба по возрасту, приблизительно одного возраста, мы заболели. Она заболела тяжело так, что как бы попала еще в больницу. И она умерла, мы ее похоронили. И мы вот эту, с этой потерей как бы живем сейчас, нам ее не хватает. И я бы, конечно, очень не хотела ни своих близких, ни сотрудников, ни никого терять больше. Это тяжело дается. И я считаю, что вакцинация все-таки дает больше шансов на то, что не то, что ты вообще не заболеешь, но если ты заболеешь, то перенесешь в более легкой форме и больше шансов остаться в живых и, опять же, не заболеть, не заразить окружающих. Мы же не живем индивидуально, каждый в своей квартире только. Мы общаемся, мы ходим на работу, мы социально друг от друга все зависим. Я считаю, что прививка – это шанс наш на выживание, на продолжение нашей жизни, на более легкое перенесение болезни без последствий.